Ты готов? Дон ждет нас. Я нищий. Я тоже. Одна ерунда. Нет, я нашел было нечто потрясающее и потерял. Я это не записал. Печально. Это могло стать лучшей из всех моих идей. Я испробовал все. Я говорил с Ахиллом. Провел всю ночь, воспроизводя подробности того вечера. Вдруг да вспомню. Но ты сама понимаешь. Ничего не было. Мелькнула идея, и снова нет ничего. Жаль. А при чем тут Ахилл? Это консьерж с плохой памятью. Есть китайская поговорка. Слабые чернила лучше самой крепкой памяти. Идем. Бывало и хуже. Мы должны найти у себя положительное. Вот, скажем, телефон звонит каждый день. А как хороша была бы телеграмма, типа «Она выходит замуж, надеюсь, ты захочешь ей позвонить». Вижу, ты общалась с ее родителями. Они, несомненно, будут на свадьбе. Старики такое обожают. Если уважаешь, пошли телеграмму. Это не идея, а лозунг. Пол? Нет ничего путного. Черт возьми, тебе нет оправдания. Не кричите на него. Что-что? Расскажи ему ты. Нет. Собака съела мою заготовку. Великолепнейшая идея, я ее забыл. Не записал. Ненавижу такие случайности. Ты приводил китайскую поговорку. Как ее там? Слабые чернила лучше самой крепкой памяти. Я задумалась. Если звонишь по телефону, мол, привет, выхожу замуж, или поздравляю с ребенком, и вешаешь трубку, то все исчезает. Другое дело — телеграмма. Как это? Телеграмма навечно. Звонок не повесишь в рамочке. О, Господи! Пусть так и будет. Продолжайте работать. Когда это нужно? Сегодня вечеринка к понедельнику. Видишь? Все получается.